Мы-то юные натуралисты с Евгением с некоторых пор почему-то. Давай, кажется, поехали дальше. Полетным качеством «Колибри» превзошли вертолеты. Ну вот, вот и хорошо. Вот эту новость, мне кажется, стоит обсудить. То есть, «Колибри»? Конечно. Полетные качества «Колибри» вообще, я тебе хочу сказать, это притча во языцах. Потому что все же есть два живых существа, чьи летные качества не дают покоя... человечеству. Вообще ни одному человечеству не дают покоя. Это шмели и это колибри. Шмели, потому что как с такой можно подняться в воздух? Попочкой. Да. Ты хотела сказать. Полосатой попочкой. Ну да, это же древняя история про то, что вроде как у шмелей вот эта беда, аэродинамика... Как это, в общем, соответственно... Конечно, беда, ты идешь да. по полю, ой, и он прекрасные. Бам в тебя, бам! Он такой постоянно. Думает, угу, понятно, дальше полетел, так бывает. Он такой немножко уставший всегда, но это, да? Но это миф, да, он уставший шмель, уставший шмель. Намохнатый хмель, да. Так вот, это же миф абсолютный, никакая тут аэродинамика вообще, ну, то есть она, конечно, всегда при чём. Он силой мысли летит. Он летит, он как голограмма. Перемещается с места на место, вот это все. Я, кстати, шмели в Москве не видел, 2 миллиарда лет. Они тебя тоже давно не видели. А куда делись? А вообще есть шмели в Москве? Конечно, конечно, что ты. Снегирей ты давно видел? А, давайте разве... вспомним все снегири... вымершие виды. Подожди, снегири — это северные птицы. Да, но они раньше были, между прочим, в парке Кусково, где, около которого я жила. Всегда были в моем детстве снегири. Снегири-герои. Посмотри. Иванушки Интернешнл. Они же не могли петь это... о том, чего нет. Вот это тоже вопрос, кстати, аэродинамики снегири, потому что, как известно, не гири. Поэтому летящая гиря и летящий снегирь вызывают, наверное, несколько разные вопросы. А теперь вернемся к колибри. К колибри, да. Так вот вопрос главный. Со шмелями мы разобрались. Вопрос колибри тоже интересует ученых бесконечно. Бесконечно. Страдоныч, почему она летает? Как? Почему она летает вперед-назад? Ты знаешь, колибри, они же назад умеют летать. Это же не просто как аист взмахнул. Ты видела какого-нибудь летящего задом аиста? Ну, которому не очень хорошо, конечно, живется. Нет. Вот. Мультфильмы, если в обратную сторону перематывать. Тогда может что-нибудь и получится. Перематывать, да. VHS, кассету. Например. Он летел все время назад. А колибри, они, ты понимаешь, они умеют почему-то летать... попочкой, опять же, вперед. Как-то они умудряются вот эти движения совершать туда-сюда. При этом они же не садятся никогда. Они как вылупились из яйца и ну летать туда-сюда, туда-сюда. Да ладно, никак тебе не садятся они. Нет, когда они конечно, подлетают не к цветку, они не садятся. Опасно, Евгений. Там, где живут колибри, живут вот эти цветки, которые их пожирают. Пожирают. Там нельзя садиться. Но самое смешное, что колибри, они же умеют зависать в воздухе. То есть они это реально как вообще умная ракета с томагавк. Он вот и она висит. То есть реально как вертолет. Самолет же не может зависнуть. Какая у него программа есть исторические хроники? Календарь. Вот это вот. Живой уголок с Евгением Стаховским. Нет, вот закрывает свои двери. Да. Евгений закрывает свои двери. Открывает. Угомонись мгновение. Мне интересно, а чего?